Это, кстати, важный вопрос, потому что у всех женщин, когда они выходят замуж, у них могут испортиться здоровье от этого, поменяться здоровье. Знаете почему? Потому что женщина выходит замуж, отдает себя. Когда она не хочет отдавать себя, спокойно, спокойно. Женщина, когда выходит замуж, а себя отдавать не хочет, возникает противоречие. Противоречие возникает в ее организме, в психике, в организме. И иногда это выражается психически, она начинает истерики катать. Смотрите, иногда это психически выражает. Женщина начинает катать истерики. Она сама не знает, почему она мужа видит, ее колбасит, ну, вот, убила бы его. Почему? Потому что она не хочет предаться ему в своем сердце. Женщина, когда предается мужу, ей становится хорошо, она успокаивается. Но пока она не может предаться, она болеть будет, страдать психически, физически. Почему? Потому что надо в семейной жизни женщине рядом с мужем расслабиться, отдать себя, расслабиться, покориться его воле. Да? Проблема в другом, я еще не замужем, еще мужа нету. Отношения доходят там практически до свадьбы, и я... И срывается, и я это уже не первый раз, и очень болезненно переживаю это все. И отсюда проблемы со здоровьем. Как найти? Знаете, человека? Почему они срываются? Потому что у вас очень независимый характер. Это тяжелая судьба означает. Не надо сейчас не встречаться ни с кем, не надо встречаться. Надо найти святого человека. Изображение какое-то, молиться и просить милости, получить лучший характер, просить смирения в жизни, просить послушания для служения святому человеку.